Поехали дальше. Огненный баджик. На лучнице. Хм. Ну, начнем с того, что я могу сделать факел, да? Или заточенный меч. Или сковородку в сковородку играть. Заточка мешает. Я понимаю, я еще не решил, что я хочу. Бахнем факел. Я думаю, факел пойдем. Не пойдем сейчас в еду, в перчики, пойдем в факел. Факел сильное оружие. Горящий. На рейнджере он будет жестко критовать. Только что мы сделаем еще под факел? Может быть, два факела? Или факел плюс Burning Sword? Может быть, магический факел? Я не знаю. Очень долго будет в соло всех выносить. Мне тоже кажется, что за лучницу он просто будет вот... О, чело, Рипер Баджик. Огненный посох. Да, уже. Коробка по скидке. Блин, ну это вообще экономика халявная. Банан точно надо покупать, потому что иначе мне не хватит сейчас стамины на... Мне кажется, надо сковороду продавать. Ранний хеллспот вытаскивает катки, ну как минимум против риперов. Блин, давайте от сковородки откажемся. Возьмем хеллспот. Вставим сюда камушек. И, наверное, не будем брать банан внезапно. Скорее всего, сейчас проиграем из-за того, что решил в экономику через коробку идти. Ну, у него тоже фай. Ну, у него губерт, а я критую. Часто я критую. 13%? Нет. Сомневаюсь, что... Хотя у меня банка еще есть. Я промахиваюсь, а не критую. Не-не, губерт сильнее. Регенчик по скидке обязательно. Свинота удачливая. А что я буду? Удачливая свинка, факел. И, возможно, морковку. Почему это звучит так круто? Хил на 20. Получи 2 регена, клинзи 4. Свина выше? Да, можно. Вообще свина можно вот так вот. Морковка вряд ли. Блин, короче, факел под удачливыми свинками. Страннота, ну поехали. Будто нас куда камни вставляют. Ну, какую-нибудь броню найдем святую, не знаю. Две метлы, я, скорее всего, проиграю двум метлам. С двумя бананами и молотом. Все это на берсе. Тебя ночь любит байтиться на фуфло, а потом как-то вытаскивать его. Это правда. Вампирский камень. Блин, ну и говно. Может быть, второй факел скрафтить? У меня нет уголька, да? Шиповые перчатки докинуть сверху, чтобы хоть какой-то урон появился. Ноль три стамины жрут, факел 0,7. Нет, камень мы не покупаем. Мы реролим на сумку. Еще одна банка, нифига себе. Уголек.
уголек. Продать тебя. Продать камень, продать заточку, потому что они занимают кучу места. Собрать шиповые перчатки. Купить уголек, запихнуть в факел вместо ядика. Оставить сумку, потому что это потому что это экономика камня. Hero Sword or Fire Sword? Не, точно нет. Еще ролл, может сумка. Ух ты, еще этот. Блин, ну реген вообще типа сильнее песка как минимум. Залочить. Все к подсвинку. Я могу как-то это сделать вот так вот, да, могу? Да, могу. Почему зелень не повернул? Потому что, как видишь, я пока что пытаюсь понять, что из этого мне нужно, что работает вообще, что я делаю сейчас, то есть. Карты, блин, он меня сейчас может быстро украсть все хп. Хотя не, я скорее всего выживу под банками, а мечом он меня не убьет. Но у него, но на мне 5 яда. Ну факел, тащи давай. Я тебя зачем брал? Слышь, факел? Хорош. Да точно берем. Один из лучших итемов. Так, скорость на перче. Кстати, что быстрее бьет? Быстрее внезапно бьет факел, кстати. Забавно. Нет, нет, нет. Стамина, ну, за 5... Возьму ли я ее сейчас? Не знаю. Удачи вообще нет. Я, походу, буду в лаке этот выходить. В лаке клевер? Наверное. Поехали. Слушай, ну вот эти два оружия... Блин, банана нету. Банана нету. Мне, может, стамина-то не хватит сейчас. Особенно, если щит. Да. Как-то я безбанановый какой-то сегодня. Давай, тащи. Два маленьких оружия. Эмпаверы. Огонечки. Регенерация. Аж 4 штуки. Найс. Чего? Уголечки. Так, камень вытащить. Чили Буберт. Оно. Я думаю, что нахер продаем Corrupted. Не нужен он мне. Ананас прикольно под перчатки. Быстрее атаковать будут, но вряд ли. Чили Буберт, конечно же. Камень продаем. Здесь выстраиваемся. Из вот таких вот мувов, да. Сюда можно камень поставить. Или можно купить ягодку. Конечно же, можно купить ягодку. Увеличить стамин реген базовый. Двумя камнями. Вот бы их еще и вместе сложить, да? 4 хита мне не очень нужно, да? А что там, если у тебя есть хотя бы 12 хита, получай больше урона, да? Я понял. Ну, давай как-то так. Как-то так выглядит хорошо. В принципе. 50 chance to spend 1 gold. И что еще start of battle получить 2 огонька? Ну слушай, ну я должен на Губерте вытащить это. Да, у него меч плюс этот Губерт. Банан надо найти сейчас. Sad but no. Лук некуда пихать. У меня ровно 1 стамины. Огненную святую броню.
Лучник умеет от какого-нибудь света играть, от каких-нибудь святых предметов? Ту-ту-ту-ту. 70 брони и получи один огонек за каждый холи айтем. Рипер. Ой, нет, рейнджер, что у нас? Ну разве что клеверы. Тогда я не смогу броню обложить. Лук. Стрела говно. Да? Стрела говно. Губ. Слушайте, а губ... Чили Губерт с Big Ball of Treats. Двойные проки, которые дают хит, который ускоряет крыс и белок. Оно? По-любому питовода играем сейчас. Вопрос, берем ли мы эту броню все-таки. Мы тогда будем тратить огонь, а мы не хотим тратить огонь. Мы хотим, чтобы крыски ну, очень быстро активировались. Чтобы крыски максимально быстро активировались, да, под этим Чилигубертом. И, соответственно, слепили, там, отравляли врага, там, что они еще делают. Ну, всякое дерьмо они делают. Да и без скидки что-то покупать не очень хочется, если честно. Лаки свинью все еще не нашел. Так, камни вытащить. Еще один перчик, отлично. Это то, что мне пригодится под крыс. Щит вряд ли. Хотим тратить огонь так-то? Нет! Мы не хотим тратить огонь, потому что огонь это 2% скорости. Юнитам, которые не бьют в щиты, которые не тратят стамину, которые делают исключительно полезное value. Ну то, что броня дает супер много value, тут я вообще не спорю, да, конечно. Ну тут уже, ну извините, ну... Уже не получится. Уже все. Увы. Че тут клинз рандомный дебаф? Через 8 секунд. Да, я через 8 секунд врага уже убью. Ну, чатик не печатал бы скучно. Короче, прошел сюжетку Пинакони 2.1, Авантюрин как будто бы тащит соло, что захотелось его крутить. Да, сюжетка про Авантюрина прям фул. Прикольно вышло. Стамина заканчивается, я все еще без банана. Я еще и об шипы убиваюсь. Боже, какой кринж. Я умер об чела, у которого 5 чего-то на столе. Так, ну поехали. Птичка сразу. Ха. Не, ну... Птичка это, конечно, тоже двойные проки. И вот это все, но... Так, мне сейчас не нужен флеймбадж. Мне сейчас нужно найти этих животных. Блин, вопель это животное, и он будет давать хит, наверное, но он слишком дорого стоит. Любые бесты. Блин, ну за 6 читов Shield of Valor огненный, конечно, надо брать. У меня нет критов. Я все еще не сделал себе лаки свинку. Короче, в помойку тебя... Еще ускорить как-нибудь вот это. Аж еду ускоряет еще к тому же. Такс, значит, эти камни в любом случае в щит. Здесь нужно несколько огоньков. Надо от банок избавиться. Они у меня слоты забирают и... Крыска. Вау. Фуф. Такс.
Крыска, крыска, крыска. Раз в 4 секунды, да? Мне, скорее всего, нужен все-таки слот. Так, давайте огоньки удалим. Куда птицу поставить? Она должна ускорять только еду, как будто бы, да? Блин, ну и... Давайте все-таки так, так. Так, крыска, птичка, регенчик. Лок. Свинка питона. Нет, свинка нет. Самые быстрые активации, ну, как будто бы, потому что рядом с едой и этим, да? Как будто бы. Triggers 15 faster. Стамина камень бы поставить. Ну... Вместо регенчика, вместо удачки. Можно в теории. Это попахивает сливом. Да, сейчас все будет. Сейчас, скоро все будет. Скоро. Нам надо всего лишь разогнаться еще ходов 5. У нас осталось 2 сердечка, кстати, я помню. Яды против меня, плюс шипастый щит. Он не может выпить банки. Чего? А что это вообще за... Что это за актер? 3 банки брони, которые он не пьет. Чего? А, ну, кстати, да, крыса же под Губертом лучше, все равно лучше, да? Угу, да, да, ошибка. Я тоже немножечко, я тоже своего рода актер. Шипы, шипы ускоряют перчи, но мне это не очень-то надо, да? Слишком дорого за 7. Что мне еще нужно? Мне нужны петы сейчас. И слоты, петы, и драконы, и слоты. Вначале петы. И один клевер еще нужен. Есть вторая крыска. Скорее всего, будет максимально быстрый все-таки. Вот так, да, поэтому... Еще хочется эту... Ну ладно, эту ускорять тоже нормально. Уголек? Куда? Зачем? Ну, типа, в броню нет, во всяких крыс не влезает. Птичка. Это лучше так. Потому что это по 10% за каждого этого, да? Опять проигрываешь. Ну так, сложно сказать. В какой-то степени да. В какой-то степени да. Банан еще хотя бы один нужен под 2-то оружие. О нет, берсерк с руной слона. Сейчас встань и посидим. А он, может быть, под блайндом будет. И не сможет попадать. Давай, крыска. Крыски. Изи. 26 хита. Это 48% скорости. Крыски прокают со скоростью 1,59 и продолжают еще быстрее ускорять Губерта. Губерт прокает дважды, еще дает больше хита, и вот этот вот бесконечный цикл хита и... этого, это жестко. Это жестко. Я говорю, чили Губерт с животными, это, ну, по идее, это вообще жесть. Крыска за 2, шлем за 4. Криты, драконик, арбом. Блин, дорого. Мне тут скидки приходят, а мне сумки нужны еще. Сейчас выложу быстренько ради сумок. Белочку бы. Ну, одну максимум. Белка такое. Такой юнит.
Бесконечный цикл, это Чили Калибур. Ну да, Чили Калибур, да, у тебя так развлекуха. Нет, ну слушай, на самом деле реально сильный билд получается так-то. Ну я понимаю, да, я согласен, Чили Калибур классный, но... Не всему же быть Чили Калибуром, правильно? Вот и белочка первая. Блин, у меня такое чувство, что я уже свинку не сделаю. А даже если сделаю, направлю ее не на факел, а на Big Ball of Treats в любом случае. И на крыску одну. Мне реально не нужен уже Флейм Баджик. Я его могу продать. Я нашел все, что хотел. Феникс, не нужен. Святая броня, ну... Сложно сказать. Обсидиановый дракон, ну, было бы круто, но... Ледяной дракон, было бы круто, но невозможно. Для обсидианового дракона надо бы придется искать яйцо, потом искать криты. Бёрнинг Блэйд, может быть, еще один перчик чили. Еще один перчик чили минимум. Да, мне бы еще один перчик, было бы неплохо. Тян, ты видел 1,5 миллиона яда? Нет, столько не видел. Звучит как какой-то абуз. Звучит и по-любому им является, да? Нет, не видел. Шапка, чтобы первые 3 секунды не умирать, да? Так-то он мне даже много урона нанес, даже под шапкой. Давай, эти крыски, блайндухи. Ей. А, больше одной белки точно жир. Перебор, да? Наконец-то лаки свинка. Еще один перец. Мне сумки нужны. Думаю, я куплю этот перец на будущее. Что важнее, 2 хита или 2 регенерации? Как будто бы 2 регенерации. Хит мы Чили Губертом найдем. Интересный вопрос. А хватает ли мне... Блин, может вообще вот так сделать? У нее двойные проки. Она работает раз в 3 секунды. Нет, двойные проки все еще хуже, чем... Можно еще как-то это ускорить. Тогда надо делать так, так, так. Я не знаю, куда кинуть кинуть щит. Не просто 2 хита, 2 хита и файер итемы в магазине. А мне уже все, я еще один перец нашел. Зачем мне еще файер итемы в магазине? Не слишком ли перебор? Давайте птичку все-таки здесь оставим. Не буду уже экспериментировать. Возможно, перец круче, чем... Чем шапка. И все вправо. Да, и так вроде норм. А, ну вообще можно было, наверное, кстати, да. Так я просто белочку еще ускоряю, это сильно. А так, но я не трогаю чесночок. Но это фигня, да? Перец круче, чем чеснок.
В данной ситуации они оба хороши, потому что это тоже блок, который мы получаем за счет гигантской скорости, который мы получаем за счет чили губертов, который мы получаем за счет вот этого всего. В общем, вот так вот остановимся на этом пока что. Сейчас в любом случае свинку еще переделать. О, сейчас мы украдем у тебя бафы, белочка, и скорее всего я это выиграю. Белочка, воруй. Хорошо, крыски, белочки, все работает. Абсолютно без... Хотя лампа Джина работает. Художественный фильм спиздили. Это да. По-хорошему так-то. Мы воруем шипы, мы воруем бафы, мы... У нас проки под огнем. Раз в... Ну, раз в часто. Вот сюда бы только еще что-нибудь, да? Как что? Перец? Нет. Факел. Все переставлять, смысла нету. Белку. Ой, крыску, чтобы чаще прокола. Выставиться так. Вот так сделать. Ну, крыски... У них одинаково быстрый прок, поэтому можно так, так. Блин, ну вообще перец, чтобы триггерил гораздо быстрее, да. Все-таки я вот так, наверное, сделаю. Что перец это... 5 хила, хит и клин с дебафов, и вообще все. Лампа Джина это просто удача, которая мне, ну, немножко, наверное, нужна. Шипы, манна. И типа, ну и... Ну, вообще, как будто надо продать и купить что-то полезное. Корона... Поищем еще крысок. Удачка. Удача мне уже не особо нужна. Мне вот одной свинки хватает. Лампа полезная. Ну, ради... ну почему? Чем? Если я ее не направляю на этот... Кстати говоря, я могу ее направить на... Факел. А у меня брони нету. Ну, у меня разве что гарлик броню дает. Факел без свинки грустит, но это важнее. Это в любом случае важнее. Блин, один ананасик. Купить вот здесь, поставить по скидончику. Будет этот доп. Тут суть в бафах. Да. Он и ману дает, а это выход в корону, которой у меня нету пока что. Но да, я понимаю. Я понимаю. Ну ладно, давайте так попробуем. Пока что. Больше перцев. Главное, чтобы меня не ваншотали, потому что тогда перчики будут хилять. Хилять и давать скорость, и... И Губерт, 31 скорости, давай. Разгончик пошел. Я, скорее всего, выиграл. Угу. Здесь чисто разгонный билд. Блин, у него 0 блайнда, у него 2 короны. Нихера себе. Ха, по сути, это реально нечто похожее на этот. Ой, я, кстати, белочку не ускоряю, жалко. Она так-то активатор Губерта, это важнее, чем крыску. Билды слабый у челов. А вот и корона, да, только не по скидке. Мне это немножко не радует. Бы еще дамажить при помощи гарлика, который фармит броню, который раз в 12. Ну, раз в 12. Просто жесть.
самом деле у нас ягодка достаточно маны нафармит под корону. Может, все-таки нахер лампу Джина? У меня нет ни одной бел... У меня нет ни одного этого... Не белки, а как их зовут? Шипастые белки. Всегда их шипастыми белками называю. Сумки переверни под Губертом. Да. Еще на самом деле можно ускорять что угодно, что-то хорошее и... Ну, короче, сейчас, подождите-ка. Это гораздо круче, чем ускорять птицу. Это гораздо важнее. Ёжики, да, шипастые белки, ёжики. Короче говоря, мне кажется, лучше корону купить вместо лампы. Лампа ничего не дает. Нафиг. Давайте сделаем так. Сделаем ролл еще один. Удача за один. Бронька, шапка за 4. Броньку я никак не прокну, а вот бронированную шапку сделать. Да, каменную шапку обязательно. Можно еще одну шапку потом сразу же бахнуть дополнительно. Ну, с каменной уже не настолько нужно резистить криты, да? Типа, вторая это уже перебор. Блин, по скидке шапки вообще в лейте так-то топовые. Нам же надо выйти в лейт, а шапки дефают целых 3 секунды. И уменьшают, ну, шанс на станы, на криты. Это тоже важно. Не, слушайте, я возьму шапку по скидке. Это клево. Да, я это сделал. Поехали. Банан. Не уверен. Вообще один нужен. Вот здесь вот вокруг крысок положить его. Или вот здесь вот где-нибудь. Блядь. Да, со стаминой-то есть проблема. Крыса, сука, вот сковородка, вы на... Вот так вот ее, блядь. Это мы, крыски. Блин, он сильнее... Нет, ну он сильнее, пока он в берсе. Как только у него берс закончится, мы выиграем это... Ты... Тварь. Эх, долгий у него берс. Долгий. Дракон. Ох уж этот дракон. Как же хочется дракона. Желательно... обсидианового. 26 хита, двойные тычки. А лучше, а еще лучше айс, но айс мы не сможем сделать. Дракон это пет, да, тем более по, за 5. Так, нужны сумки. Криты. Ну, кстати, я не критую. А хотелось бы. У меня нет удачи, наверное, если я только ее не ворую. Это наш урон будет, видимо. Чеснок выкинул. Чеснок броню давал. Довольно важная штука. И ускоряет эти... Ускоряет еду. Одного слота... А, все, есть. Найс, вот это вот не нужно. Белка, не, нам одной белки хватает. Хотя вот у прошлого чела мы, наверное, не успели все украсть, да? Блин, а реально, может быть, мы не успели там все украсть тогда. С не очень нужен. Так, тоже белки, ну, святое копье, типа резистит дебафы. Ну, я сильнее, у меня бесконечный хит. Эй, я же сильнее, да? Эй! Пожалуйста, скажите мне, что я сильнее. Да, я сильнее. Стамина, конечно, вообще не хватает. Но мы, естественно, идем в бесконечный. Нельзя просто так скипать такой билд. Тем более, когда мы идем в дракона. Это все говно.
Еще один щит. Второй дракон. Нет, может реально белку еще одну купить. Вот сюда вот. Сыр бы, а сыр не могу сделать. Там дофига чего не успели украсть. Двумя белками, может, и выиграл бы. Может быть, может быть. Вот сюда вот одну белочку на самом деле поставить. Так, сумки, пожалуйста. А ну. Блин, а как? А вот так. У меня еще урона мало. Это тоже отчасти проблема. То есть у меня нет вот этого вот крита. А что если птицу вот так поставить, чтобы задувала на все и на белку в том числе, которая активатор Губерта? Чили тогда не активируем. И еще одна проблема. Ну, как-то так. За. Кстати, корона раз в 2,5 секунды. Блин, это ускорение всего практически. Тем более двойные проки. Раз в 3 секунды хорошо. Мы не завязаны на стамину, как активатор Чили Губерта. Это тоже важно. Без белок, чего пироманта через святые итемы не пройти? Да, о, ядовичок. Ну, может быть, чили пепперы успеют снять яд? Не, 16, 24 яда, 41 мы, видимо, не успеем снять, да? А, мы очень, на самом деле, медленно хит разгоняем, как будто бы. А урона-то у меня и нету. Постоянные нехватки стамины. Ну, дракон будет получше, потому что хватки стамины. Блин, мне кажется, надо продавать Close of Attack или покупать сейчас прям банан. Чин дает им пауэр раз в 3 атаки. $25. Что мне с этим делать? Откуда у меня столько золота? Уголек в корону еще запихнуть. Не потратил в прошлый раунд? Сколько я не потратил? И почему? Главный вопрос. Еще крыса, хорошо. И вторая камнешапка на 5 секунд уменьшает урон, чтобы успеть разогнаться. Где шапка? Скорость атаки не сильнее будет в дракона, чем 12% шанс прока уголька. Какую скорость атаки? Фотопас? Нет. Я думаю, что нет. А мне точно... Мне не очень-то нужен обсидиан, наверное. Не знаю. Хотя у него урон чуть побольше. 4 камни шапки. Это не уясно 5 секунд. Вполне возможно, кстати. Power от 4 удач, которые мы воруем. Кстати, еще рядом с щитом бы шапку поставить, да? Как-нибудь. Нет, стоп. Так. Вот так вот надо. Минус один фаник. Что поделаешь? Лампу вместо морковки, ману? Да не, ну... Ну... Не знаю, не, вряд ли.
можно ее, в принципе, взять. У меня еще есть слоты, мне еще 3 раунда выживать, но. Почему вместо морковки? Морковка еще дебафы клинзит, что хорошо, наверное, не знаю. Ну, эмпауэр мне не прям сильно нужен, да. От 4 удач. Не знаю, можно зарулить. Ананас тебе нужен, но он ускоряет все вот это. Он хиляет, он дает шипы, об которые враги убиваются. Вообще, в основном, лучше петов, конечно, ролить, да. Не знаю, короче. В целом... Не, ананас... Что ты такое? Ну, у тебя маны, наверное, нету, а ты дебафы, типа, накладываешь. Используй 2 маны, чтобы наложить дебафы. Да подожди. Да мне 0 дебафов. А, нет, наоборот, чтобы получить бафы. Нет, это слабое. В смысле у тебя меч здесь? С факела. О, чел не шарит. Чел вообще не шарит. Надо меч рядом с драконами ставить. Типа, ну, в этом же весь прикол. Ну, может, он пробовал что-то, не знаю. Как же эти шапки должны, надеюсь, тащить. Может, все-таки сюда отвернуть. Под морковку, а здесь под 2 белки. Не, это 2 активатора Губерта. Белки не успевают все еще все украсть, да гребаные белки. Так и думал, что какой-нибудь феникс придет. Думал, знаете, надо, наверное, ролить без этой штуки. Есть еще белка, ну куда мне ее? Вот сюда вот в крыску, потом вот сюда вот и вот сюда крыску еще одну как-нибудь. Мне нужно усилять дракона? Не уверен. Лампу факел? Лучше в дракона, потому что дракон стамину не жрет. Но как? Смысл лампы в заливе манны без... Да, единственное. А у меня и так ягодка есть. И мы можем воровать манну. Мне лампа нафиг не нужна, я ее продам сейчас опять. Тем более, ну типа... Не, нафиг. Ха, 3-я камнешапка. Одной ягодки мало? Да нет, мы же еще и воруем манну. Об этом не стоит забывать. Галек поджигать. А во что? Куда мне его? Зачем? Ну, можно, наверное, но в шапке. Так, внимание, вопрос. Как сделать так, чтобы щит трогал 2 шапки и Stone Skin Pot, при этом не потерять ускорение на ананас вот этим вот. Никак, увы. Мне все еще нужен один единичка слот вот здесь. А, подожди-ка. Ладно, можно реально уголек поджечь. Сильнее, чем один огонек обычный. Страннота, конечно, да. Мы, кстати, мгновенно получаем 30 брони, да, вот эти вот. Нет, подожди-ка, 45 мне нужно. А шлем... А, да, да, я мгновенно в начале хода сразу выпиваю банку. Ой, поехали. Какая странная жесть.
две шипастых, два чейн-випа под двумя банками. Блин, он может забрать весь всю мою стамину. У него еще и этот вольпер. Он может забрать все мои хиты. Критует еще по 34, по 35. А у нас очень разгоночный... Так, у него закончилась стамина. Ну же! Найс. Это при том, что он кританул последнюю атаку, я все равно выиграл. Первая шипастая белка. Которая умеет наносить урон от шипов, которые есть от ананаса. Это важнее, чем 30 брони от шапки, от камня, это точно. Белки выиграли, почти все украли. Карапт. Мы накладываем дебафы. Мы накладываем яды. Мы можем карапт впихнуть в щит, например. Лучше вот так вот, наверное. Сумка пришла. Сумка-то да. Только... Ага, да. Такая себе сумка, конечно. Ну, белку ускорит. Продать уже два огонька стартовых. Зеленый камень не очень в броне. 10% шанса резиста яда? Ну, я бы не сказал, что это не очень в броне. Двух белок ускорять. Вместо короны. Да, короне не нужна такая скорость на самом деле. А, ну, вы, наверное, имели в виду по-другому это расставить, ну да. Есть еще более крутой мув. Трех белок ускорять. Слушайте, можно ягодку взять? Блин, может морковку продать нафиг? Взять ягодку, чтобы... Ну, мана быстрее копиться будет, быстрее в Ньюяс уйдем. Эмпауэр от 4 удачи, клинс дебафов мне не нужен, потому что клинс дебафы от чиликов идут. С другой стороны, он так хорошо здесь стоит. Эмпауэр у врага украдем, тоже верно. Ха! Еще один перец. Вот это вообще круто. Белку уже никуда не запихнуть, да? И можно купить еще... Ничего. Это все, видимо. Это билд. Можно еще ягодкой ускорить крыску и белочку. Весь сундук, рюкзак забит. Единственное, ну вот 2-3 где-то слота, наверное, да? Не это. Не, ну прикольно собралось, прикольно. Надеюсь, выиграем, не знаю. Но это явно сильнее, чем морковка. У него мгновенный неуяз. И это крит, это ваншот крит. О нет, у него миллион статов. О, я тоже в неуязе. Я, кстати, сблочил криты с лука. Найс. Это вот классика, да? Это вот эта классика дурацкая. Криты сосать, да. Абсолютно, да. Найс. Ох, как хорошо. Второго лука ему не хватило. Ну да, у него Fortuna с Hope. Если бы был второй лук, возможно, он бы меня ваншотнул. Ну, у меня, слушайте, у меня 25 плюс еще 25% шанс резистить крит. Плюс еще
15% шанс резистить стан, а оно открытое. А, еще 6% шанс резистить крит. Ну и вот это вот все. Кто надамажил вообще больше всего, как думаете? Факел надамажил? Нет? Какой нахер факел? Там стамины нету, потому что щиты. Шипастая белка. 167 урона. Рубиновый велп надамажил 110. Рубиновый велп, конечно, слаб, если он не чонг. Да, поизон. Ну, поизон, понятно, это крыски. Сами по себе крыски. Факел вообще был бесполезен. Факел можно было выкидывать, лол. Кому нужна стамина, да? Офигенный забег, крутой. Обожаю играть с баджиками. Играть с баджиками весь.